За лучшее знание закона о правах потребителя – приз. Областное управление Роспотребнадзора проводит очередной конкурс среди населения. Темой на этот раз стало оказание транспортных услуг. Мы второй этап конкурса посвятили правилам перевозки пассажиров, потому что очень много обращений в последнее время. Жалоб. Участвовать в конкурсе могут люди старше 14 лет. Вопросы и задания можно найти на сайте территориального управления Роспотребнадзора. Приурочен конкурс ко Всемирному дню потребителя. 15 марта самых грамотных наградят памятными призами. Любой тагильчанин может стать гончаром. В музее-заповеднике Горнозаводской Урал открылась мастерская, где все желающие смогут попробовать себя в гончарном деле. Педагоги расскажут о свойствах глины, помогут освоить приемы росписи по керамике. Наш музей выиграл грант, который называется «Начни свое дело», прошел обучение, все ступени обучения, которые предполагаются по этому гранту. И вот мы сегодня демонстрируем результат своей работы. Мы показываем, какое оборудование мы закупили, как оно работает и чем дети и взрослые могут заняться в нашей мастерской. Взрослые могут попробовать свои силы на гончарном круге. Те, кто помладше, лепить и расписывать глиняные таблички. Работает мастерская меньше месяца, но обучение прошли уже около сотни тагильчан. Горшки и игрушки в фондах музея не остаются. Свои поделки тагильчане могут забрать домой. И это все, о чем успели рассказать. С новостями вторника познакомим, как обычно, в 20:20. Сейчас на очереди новости спорта с Александром Сальниковым. Не переключайтесь.